Они поздравили их с праздником Великой Победы, выразили признательность и благодарность за их ратный подвиг. Посещение ветеранов дома – традиционная акция, которая проводится ежегодно в честь самых значимых праздников. Такие мероприятия укрепляют связь поколений. Молодые сотрудники полиции берут пример со своих старших коллег, многие из которых после войны с внешним врагом пришли работать в милицию, бороться с врагом внутренним.